Ребят, всем привет! Очередная посылочка из Китая, из магазина, как видите, по этой собачке, это магазин GD. Какая-то у нас интересная должна быть штуковина. Запаковали неплохо, почта везла ее достаточно быстро, кстати. Так, ну и двойной кулек. А это, ребят, ни много ни мало, а вот такая вот интересная ракетка. Но она не простая. Во-первых, это сиамишная ракетка, которая позволяет нам убивать мух банально. Здесь у нас происходит, как бы сказать, напряжение. Аккумулятор включаем, дотронулись до мухи, мухи капец. Уже, в принципе, не сезон. Я поздно одумался и заказал. Ну, уже как есть, ребят, на следующий год не будет. Приехала она, надеюсь, целая, невредимая. Вот такая вот штуковина в стиле сиамишном, белая. Все тоже на китайском языке. Здесь у нас есть ее характеристики, которые говорят, что 1200 мАч аккумулятор здесь встроенный, 600 мА зарядка, 1 Вт мощность. Ну, в общем, в принципе, по сути, вот такая вот ракетка, как бы теннисная. Включаем. Так, где у нас включение? А, кнопочка включения. Вот, фонарик есть, чтобы в темноте найти. И вот мы включили. И вот у нас уже ток. Мне ничего не бьет пока. Может, я не муха? Ну, не знаю, пока ничего, ребят, не бьет. Надо найти какую-то муху. Тогда проверить. Может, без этого? Нет, ничего. В общем, в нижней части микро USB под зарядку у нас. По сути, мы просто так держим вот эту штуковину, до мухи дотрагиваемся, муха должна каким-то образом... Ух ты, честно, больше, конечно, я боюсь, чем оно. Вот, короче, смотрите, тут три слоя. Большая ячейка, так сказать, очко, да, и потом сеточка. И вот когда она попадает между одной сеткой и другой, происходит шандабарах. Но при этом надо удерживать вот эту вот кнопку. Сейчас, я не знаю, найду ли я мухи, сейчас такой, ой, ёшкин дрова, холодно, ой, блин, холодно, говорю, ударило током. Очень неприятная штуковина, если честно, если руками браться, и плюс еще подсвечивается. Ну и мы банально такая мухобойка, которая наверняка глушит любых мух, кроме этого у нас еще присутствует подставка в комплекте, чтобы мы просто ее могли вот так вот поставить. И она у нас стоит. И в случае чего мы ее взяли. Это я посмотрел, честно, мы когда вот в Египте были, приходили мужики в отеле с такими вот штуковиной. Они так, мухи где-то сидят, на окне, к ним приложили, они капец, нету мухи. То есть и нету мусора, нету грязи, и просто и удобно. И вот я решил тоже посмотреть, и вот смотрел, что Xiaomi выпустили такую же штуковину. И у них еще есть такая же штука, что она стоит постоянно в подставке. Но она дорогая, на самом деле, мне показалось. Она подсвечивается еще неоновым таким светом. И мухи летят на вот этот, мухи, комары летят на этот свет, попадают в вот эту вот сетку. И получается, что приходит им капец. Вот так вот она у нас просто находится в режиме ожидания. Ничего не происходит. Видите, а если я уже буду нажимать на вот эту кнопку, не хочу пальцем показывать, вот вам буду показывать эту штучку, то есть мы замыкаем контакт и происходит удар током. В комплекте находится микро USB кабель, USB микро USB для подзарядки. Подзаряжается она у нас вот тут внизу, и, к сожалению, нету, видите, немножко не продумали, как бы, чтобы она стояла и заряжалась, этого нет. Ну, индикатор батареи тут есть, что ж. Пошел я искать мух, ребят. Перед этим скажу размеры. В общем, полезная, да, вот 18-18,5 на, ребят, на 24 сантиметра. Общая ее длина будет в районе 51 сантиметра. Здесь надо такая большая ракетка. Ну, то есть можно сразу вот мы держим. И любую муху мы умножаем на 0. Неважно, попали, даже не надо ее хлопать, она просто от тока будет. Так, друзья, это, наверное, одна из последних выживших мух. Мух, сентябрь, конец, уже почти ноль на улице, поэтому постараюсь ее замочить. Ну и берем ракетку, включаем ток. О! А вот я ее все-таки сжег.
То есть она попыталась улететь, но видите, короче, вот капец ей пришел. Да, очень вонючая муха попалась. Но я ее все-таки мочканул, она попыталась улететь, как вы видите. Но против такой большой ракетки никуда ты не улетишь. Так что, в принципе, ребят, эффективность доказана. Муха попадает, мухи приходят к карачун. Точно так же будет с комарами и прочими мелкими насекомыми. В принципе, могу рекомендовать за свои деньги покупать ее. Потому что, в принципе, действительно, она как бы простая мухобойка. Я ее банально даже не убил. Так я ее случайно даже просто словил и поджарил. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Больше, надеюсь, мух в этом году у меня уже не будет. А в следующем году они все будут вот здесь. Пока-пока.